этом году в областном центре обновлено 56 дворовых пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда», говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Во дворах отремонтированы внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, обустроены детские и спортивные площадки с безопасным антитравматическим покрытием, а также установлены скамейки, урны, проведена санитарная опиловка деревьев и озеленение. Только в Ленинском районе новую жизнь получили 12 дворов при активном участии жителей. Свои дизайн-проекты самарцы разрабатывают совместно с районной администрацией. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет единовременную выплату в 25 тысяч рублей на ремонт жилого помещения инвалидам первой и второй группы, говорится в телеграм-канале. Со списком документов, необходимых для получения пособия, можно ознакомиться в опубликованной памятке. Выплата не предоставляется инвалидам, которые находятся на полном обеспечении, и лицам категории «ребенок-инвалид». Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36. Учтут ли период участия в СВО в общем стаже работника? Какую информацию вносит трудовую книжку во время службы? И может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника или обязать написать заявление по собственному желанию? Рассказывают в телеграм-канале промышленного района. И отвечают на самые волнующие вопросы по трудовым правам мобилизованных. Граждане могут узнать, как приостанавливается срочный трудовой договор в случае мобилизации работника. Более подробная информация на страницах телеграм-канала. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают о преимуществах Пушкинской карты. При помощи нее можно бесплатно сходить в кино, театр, филармонию и на выставки. К примеру, 14 декабря в 18 часов в Доме культуры «Чайка» пройдет моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». 28 октября в Доме культуры поселка Мехзавод представят готический мюзикл «Мастерская. Кентервильский призрак». Важно помнить, перечисленные на Пушкинскую карту деньги можно использовать до конца текущего года. Все неиспользованные до этого времени остатки сгорают.